Оскар Алискарович, рады приветствовать вас здесь, вы впервые здесь. Расскажите, пожалуйста, как вам первый игровой день, первый игровой матч? Вы выдали вместе с соперником шикарное открытие турнира, как оцените? Спасибо большое за приветствие, спасибо большое организации вам, как бы, за такой хороший турнир. За, получается, соперника могу сказать то, что достойная команда на турнире, и как бы матч, сами видели, удался. Две команды играли, где-то открытый футбол, где-то уже, не теряя, бежали все вперед, старались забрать победу, что они, что мы. Ну, как сказать, боевая ничья, победила дружба. Так что будем надеяться, еще есть групповой этап, стараться и играть на победу. Очень часто выходили вы из обороны в короткий пас, достаточно смело, иногда с обыгрышем соперника. Расскажите, пожалуйста, какую игру вы ставите своей команде, чтобы наши зрители понимали, что за Узбекистан мы видим, собственно, на Кубке развития в 2024 году. Ну, сейчас все секреты раскроем, потом соперники будут играть против нас. Не, шучу я. Как бы, да, стараемся играть через средние короткие передачи, как бы учим своих подопечных, чтобы играли в футбол где-то в сложных ситуациях, находили решения, хоть это и сложно, хоть это приводит к рискам, но стараемся, как бы, рисунок что-то, как и вы заметили, что-то получается, что-то нет. Два гола со стандартов. Это что-то наигранное? Вы именно на это и делали акцент? Или все-таки стандарты получились, и слава богу? Ну, стандарты, как и все сборные команды, мы наигрывали, получается. Все знают, куда бежать, когда бежать. Где-то удачно просто сложилось то, что мяч нашел нашего нападающего. Вы работали, если не ошибаюсь, в Пахтакоре с возрастом 2008 года рождения. Есть ли там какие-то вот перебежки, может, какие-то связи с тем возрастом? Может, оттуда ребят вы зацепили, там заметили? Есть, получается, 2008 ребята, но они задействованы на сегодняшний день в сборной 2008 года, поэтому у них в этом году официальный турнир, из-за этого мы 2008 ребят не задействуем, пока они готовятся к своим соревнованиям. А так, есть заметки, что в дальнейшем 2008 год где-то пару человек могут усилить и помочь команде.